Дьявол тебя искушает. У него работа такая. Но в конце концов ты поймешь, кто ты и что ты, и зачем ты живешь. 46. У меня. 46? Да. Точно? Точно. Не врач? Ну, конечно. 15. 68. 42. 82. У меня. 82? Да. Молодец, Сань. Тащи. 37. 57. 75. У меня. Ты издеваешься? Ты серьезно? Ты там была не такая? Еврей, Сань. Ты еврей. Да. Ай. Это не я. 52. 13. 20. У меня. 81. У меня. 84. У меня. Давай быстрей. 5. Нет. 86. Нет. 27. 33. У меня. Подожди, 51 было? 53. Нет. Нет, 51 не было. Ну, вроде все на слово. Сань, тебе нет? Нет, 51 не было. У меня есть только 15, 42, 68 вот в руке. Нет, 51 не было. Вы точно не прослушали? Нет. И называй. Так, да, 19. И сейчас называет, короче, да? Да. 50? 73. Нет. 76. Нет. 81. Нет. 7. У нас нет. 88. Нет. 50. Нет. Саня! Элвис! Где моя кубавка? Сзади тебя. Саня, беги. 57 у нас. Подожди. 61. Нет. Да, посадиться не хватает. Выражение держи. Да ты еврейство уже. Ты. Тоже. 58. Нет. 37. Ой, 87. Нет. 39. 90. Нет. 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 Да. 76. Нет. 78. 49. 60. А, нет, 39. 3. Нет. 32. Двадцать четыре. Шесть. Нет.
Заснул немножко, пока не упадало ничего, как бы притупилось, замылилось, внимание теряется. 24. Я! Ты далеко сел. Давайте вместе отвечаем. Да, перехватывай, ты далеко сел, говорю. Ну, 81. Нету. Там то ли секунды, там как бы, надо перебатывать. Надо выпустить, и стал спорить. Я что, брат, своему здоровью, что ли? 60. Сами 60 лет помогает. За 90. За 90. За 40. Ну, за 40. 21. 22. Нет. 28. Нет. 2. Что-то не сегодня тебе сделали. 84. Нет. 38. Паника. Нет. Паника, если есть на цифры такие вот даже, просто раз, запомнили их, то будет полегче ударить. 29. Я болею за тебя. 87. У меня. У меня, Сань, ты молодец, у меня, 80. 75. 8. У меня, а что такое у меня, наверное, это не 8. Сань, 68.17. Нет, да? Нету?
Аня, мы все равно с Егором не хотели. Аня, тихо. 73. Так. 58. Я! Поздравляю, Егор. Хоть куда? 6. У меня! Я ближе. Я первый сказал. Тут лучше судить потом. Погромче говорите, как бы, и, ну, потому что... Если не так громко и вдалеке, как бы, не услышал, она переключала, я не услышал. А когда здесь увидел ее движение сразу, ну, и вот она взяла. Потому что, ну, погромче, если вдалеке, погромче говоришь, так я вмешался, восстановить справедливость. 36. Нет. У меня такое было в прошлый раз. Я говорил, как не кричал, а не говорил. Было очень много пешек, которые как бы могут взять, но они не могут. Да, кто-то громче говорит, и, то есть, ну, то есть... Короче, делать надо на 100%, а не на 10. На 10 делаешь, и можешь как бы без ничего остаться. 3. Yeah. То есть, если надо, сразу же прилагаю усилий как можно больше, чтобы наверняка. Хорошо? 17. Я! Надо, знаешь как? 59, ты подкидываешь ее. Вот, кстати, давайте... Но много упала, надо схватить воздух. Да, кстати, давайте так сделаем. Да, нет, это уже реально будет полностью. Ну, для себя, да, интересно, для тебя. Сколько им предварений? 76. У меня. 64. Так, у нас... Санька выигрывает. Санька выигрывает, да, у меня 4 опыта. Но это не факт еще, то есть 21. Это вообще бы выигрывает. Не, тоже мало. Тёплыми вечерними вечерами 16. 9 часто вам проиграет. 90. Там бочоночки нет. Нет. 23. 26. Нет. Ну ты, когда выиграешь, так любишь. Да. Ты все любишь, пока там не любишь. 9. 6. Нет, а 6 уже было, только что не начал. А тут просто 9. Вот 6. А там тоже можно. Да я понял, я перевернул как бы. Там точечка, да, там это 9, просто я перевернул. Так что, нельзя что ли? Нет, так нельзя. Почему? Ну, в принципе, можно. Нет, она тоже, там она не точка. Ну, точечка есть, 9, по сути. Да, я, да, чтобы, да, помочь хоть как-то. 31. Я. Эй. Так, смотрим. 1. 56. Я! Завидный. Ой. Ой-ой-ой. Очень быстрый. 39. У Саньки 3 осталось закрыть. 47. Мне! Кто первый сказал? Я. Саня, потому что Саня уже договаривался, где еще буквально 3 буквы оставалось. 85. Саня, где я осталась? Саня... 72. Жду комбат, Егор. 25. Саня, судьба комбата. 1, подождите. Еще факт, что я у Егора забирал некоторые числа, поэтому у него, может быть, кстати, он выиграет из того, что у него некоторые числа. А как он выиграет, если ты выиграешь тот, кто закрывает все, да? Да. У него больше. Ну нет, у кого больше закрыто. У больше закрыто, еще станет. Ну да. 51. У меня. У Сани 15. Нет, 15 и 20. 13. Да. Рядышком, рядышком. Сань, сейчас 14. 86.
видишь, она все-таки по-честному как-то, да, если ты первый, то 11. Меня. Это к тому, что ты можешь получить заслуживать. То есть, когда за честным, это хорошо. 34. Меня. 3 подряд. Вот ей, блин, это самое похоронное, да? 74. Я. Видишь? То есть, она, бывает, часто не везет, не везет, потом раз и повезло. Есть люди, которым долго-долго не везет, потом раз и решился их вопрос жизни. 35. У меня 15 класс. Саня, смирись. 61. У меня. Саня, все, смирись. 88. Живой? Да. Их можно с собой брать в поход, допустим, они немного места занимают. Карту можно брать. 23. Все очень просто. Раскладывайте их просто денежки отдельно, как бы там, так, по цветам. Очень интересная бизнес-игра. Ну, как бы да, такая. Здесь всего... Можно сказать, стратегия. Так, ну я буду... Что так далеко 5 тысяч? Вот эти штуки в внуточку горы. 5 тысяч. Это улицы. Улицы пока оставьте. Ну, а денег просто отложи. 20 тысяч. Это что за это? А есть такая купюра, что там где-то, наверное, миллионы? Ну, миллиарды. Сюда уберите, я же могу так. Значит, там миллиарды. Может, даже миллиарды. Выходит, миллиарды. Да, если да, это да, миллиарды. А, тут еще деньги остались. Класс! 71. Класс! 40. Раз, два, три, четыре, девять, шесть. Какой богатчик. Семь. Корабль морской. Сань, что там? Один. И. Пять. Четыре. Нет, всего пять. Раз, два, три, четыре, пять.
Отель 22 покупаю. Это 500. У тебя он стоит 25, а ты мне надаешь 20 500. Не надо таких говорить. Вот, видишь, 25 есть только говорить. У посетителя получите 12 000. С каждого? Нет, это просто ему из банка 12 000. Да, блин, мне бы так хотелось. Это классно. 12 000 из банка классно, получить, классно. Естественно, классно. В банк-то я еще только в плюсе. Ты раз отслеживай сразу, чтобы он ровно 12 взял. Да. Две пятерки. Вот бы они были две настоящие. По 1000. А можно просто карточки посмотреть? Просто. Сань, ты же не знаешь. Казино. Где казино? Зелёное. Вот казино. Ну вот это покупаю. 15 000. Что, извольте положить. Так. Вот давай ты мне дашь вот на такую. Я тебе... Давайте, возьми. Так, 15 000. Твоя сдача 5 000. Казино, кстати, что-то нынче дешевое. Ты его взяла? Взяла, да. Молодец. Ах, ничего себе, ну прям это... Теперь Сань, ходит уже Сань. Алена. Она свой Сань. Ход, она уже свой ход пропустила. А я же схожу, ах, да. А ты в тюрьме, в тюрьму попал, ты один ход пропускаешь? Нет, я... Нет, я... Она отсидела свой срок. А Алена попадала в тюрьму, да? От звонка до звонка. 8. Вот. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Стоп. Ты чуть-чуть перепутала, по-моему. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ты эту не перескакиваешь никак. Стадион. Стадион. О! Платим. 1000. Не очень хорошая инвестиция. Очень хорошая. Нет, 1000. Ты отдаешь 12, и тебе дают 1000. Так, тебе косарь сдачу. 4, 5, 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 5
Так, 20 тысяч. Он разменял сюда. Банк на 4 даешь? Раз. 200. Надо побольше купить. Так вот поэтому по цветам разложил бы их, а тут их кучу скинул, там их сложно искать будет. Так, раз, два, семь, девять. Есть один. Да. Не знаю. Так. Тека. 300. 300 рублей ты должен. 300 рублей или 3000? 300 рублей. 3 тысячи на базу. Давай 5 тысяч. Сдачу дал. Вот, обучи такой. Тюрьма, ты пропускаешь один. Ну вот, ты следующий год уже не будешь. Все. Потому что в тюрьме. Вроде как и хорошо. Нет. А у тебя деньги есть? Это моя улица. А ты ее купила? Нет, я ее не покупала. Даша, это не твоя улица. Если ты ее покупаешь, то она только тогда становится твоей. А то, что ты на ней стоишь, ничего не обозначает. 40 тысяч, ну. Чтоб она была твоя у тебя. Да. Вот это. Сейчас. Вы же потом захотите посмотреть, как это было со стороны. Иду. Сейчас вот Алена будет мучить, а вы будете мучить. Да. Нет, я вас сейчас мучаю. Правая нога зеленый. Я сейчас правая нога, да? А кто у нас последний был? Алена, наверное, сейчас. Нет, я сейчас. А правая рука зеленый. Алена сейчас. Правая рука зеленая поставила, да? Егор, ты у нас правая рука синий. Да. Он так стоит.
Ну тебе надо правая рука сидит, уже было. Если стоит, то надо на другой значок. Сейчас опять этот вариант, как бы, и ты у нас вот начинаешь говорить. И нажми тоже. Правая рука красная. Санька, правая рука красная. Сможешь? Это левая рука, Саня, по большому пальцу вижу, что вот это левая рука у тебя. Если ты перепутал их. Иначе не могу. Все? Развалились? Нет. Нет. Правую руку нажми на красную. Санька, правую руку. Ну, значит, скажи быстрее. Иди, не находись в том состоянии, в котором ты сам не можешь. Выползай тогда, выбывай. Крутим дальше. А левая нога желтый. А то ты в тяжелом состоянии, ты не говоришь то, что тебе тяжело. Надо сразу сказать. Это тяжело, не могу там, допустим, не хочу, мне больно. Ну сразу как бы, хорошо? Ну, чтобы вот изложить. Так, и кручу. Дальше правая нога красная. Левая нога зеленый. А голова не аккуратнее, чтобы тоже головой по голове не попадайте. Правая рука зеленый. Кто это сейчас должен быть? Правая рука зеленый. Правая. Это левая, правая, да, рука. Правая нога желтый. Вот. Алена, правая нога желтый. Вот, видишь, то есть ты чуть-чуть потерпела и так же это самое. Раз. Правая рука красный, Егор. Выбирай ту, на которой полегче будет. Тебе на этой полегче или правее? А мне вообще легко. Вот, чуть-чуть фартануло, терпи. Ну, то есть восстанавливается силой. Так, сейчас у нас кто? Левая рука синий. Опа. Фартануло, да? Правая нога желтый. Правая нога желтый. Да блин. А мне легко? Аня. Правая нога сейчас зеленый. Нет. Правая нога зеленый, Егор. Ос. Поставил? Ос. Левая рука красный. Аня. Нет? Ой, Алена, да, сейчас? Нет, я сейчас. Сейчас. Так, правая, левая рука на левой красный. Левая рука красный тоже. Аня. Алена, левая рука красная. Раз. А левая нога желтый, Егор. Поставил? Ос. Говори об этом. Ос. Левая рука зеленый. После Егора кто? Анна. Левая рука зеленый. Меня. Да, я тут, Виталий Геннадьевич, здесь, да. Нет, кстати, если вы упадете, то шоколад ко мне достанется. Ну, я еще не люблю. Ты полчаса назад любила и очень хотела. Нет, я хотела просто... Правая рука желтый. Правая. Правая рука желтый. А правая рука желтый, еще раз опять туда же. После тебя кто? Ты поставила. Еще раз я кружу и снова. Я ос. А правая рука зеленый. Аня! Всем тяжело стоять, Аня! Ты не дотянулся, твой физический. А ты сдвигай, короче. Алена, правая нога зеленый. Я забыла. Ты потеряла, ты не чувствуешь. Вот, она забыла, где нога правая. Нет, все, я все вспомнила. Поставила? Правая рука синяя. Либо через спину, либо как удобнее. Крутим. А хочешь синий тоже? Нет, это нечестно. Саня, держи пять. Нечестно, надо на твистере. Это нечестно. А тебя тоже нечестно. Ты неправильно.
Виталий Геннадьевич. Давайте шоколадку поделим. Да, давайте. Я не ем такую шоколадку. Я ну, я ищу. Дайте. А, ну без проблем, если ты не ешь. Продолжаем или перерыв небольшой делаем? Продолжаем. Перерыв. Продолжаем. Перерыв. Кто за перерыв? Поднимаем руки. Ура. Левая рука красная. Оставайся непонятно. Раз. Правая нога синий. Правая рука синий. Правая рука синий. Все направо. Так и я налево. Левая нога красный. Кто побеждает, получает шоколадку. Так, у нас правая рука желтый. Левая нога красный. Егор. Левая нога красный. Перекручу. Опа, так, чтобы вас было видно. Правая синий. Так, Алена у нас. Нет. Аня у нас. Левая нога зеленый. Вот если какой-то одной второй рукой держитесь, переставляете на другую, не открывая от тех мест. А, Алена у нас. Правая рука на синий. Правая рука синий поставила? Да. А не ее, правая. Правая нога красная. Егор, правая нога красная. Левая рука красная, Санька. Планка, планка. Планки стоите. Я спайдерман. А я? Так, правая нога красная. Правая рука зеленый. Левая рука зеленый. Санька у нас левая нога красный. Правая рука зеленый. А не правая рука зеленый. Дотянешься? Растяжка. Наклоны делаешь, да? Да. Разминочный комплекс на ручке. Правая рука. На желтый. Желтый. Егор у нас правая нога зеленый. Санька. Опа. Левая нога красный. А, есть уже. Тебе левую ногу на другой, значит, какой-то есть. Надо же переставить. Есть какой-то цель, переставляешь на свободе. Аня у нас правая нога красной. Надо красную. Как хочешь, так как тебе удобнее занимать такое положение. Саня, зовите, сейчас я вас для истории. Не падай, на голову не садитесь. То есть у нас... Не двигайся! Я же давно шоколад съел, не люблю. Ну я хочу его. Егор, как ты себя чувствуешь? Не очень. Не очень? Кстати, Санька у нас ел. Отлично! Санька йогой занимается. Отлично, все. Так. Да куда ты на меня навешиваешься? Санька, крючок. Кто у нас сейчас должен быть? Левая нога зеленый. Правая. Левая рука красный. Егор, левая рука красный. Санька, левая рука зеленый. Чтоб, ну, побыстрее смена положения было, чтобы не так сильно тяжело было. Все хорошо? Самое это не подсказывает.
Так, Санька был у нас? Так, Аня. Аня, левая рука красный. Ну, другой красный. Раз. Егор, левая рука красный. Я сейчас. Нет, Алена сейчас. А, Алена, левая рука красный. О, давай сейчас, это интересно. Стояла. Левая рука на красный. Аня, предупреждала. Не падай, тебе надо стоять. Я упала. Ну ты специально сдаешься, короче, в итоге никто не будет играть, получается. Второй сдаст, левая рука на красный. Левая. Правая на каком у тебя стояла? Надо стоять. В том-то и заключается сложность. Правая рука красная. Сложность бытия, что ты должна не сдаваться. Егор, ты сейчас не бор. Егор. Егор, левая нога красная. Она умеет так вот. Спасибо. Не надо меняться. В этом же суть есть, а то так вы начинаете искать варианты. Как бы. Правая рука синий, Санька. Аня, правая рука желтый. Поставила, да? Скажите. Так. Правая нога красный. Правая нога красный. А красный только Саня. А у меня есть три, да? Перекинули, значит, заново. Раз, ну, по логике вещей. А, левая рука зеленый. Левая рука на зеленый. На это есть. Вот на ту. Да. Левая рука красный, Егор. На красный поставь, ты на белый поставил, чтобы середка, чтобы четко было. А левая нога синий. Правая нога синий. Ань, правая нога синий. Шайни. Так, Алена. Алена, левая рука зеленый. Левая рука. Левая рука зеленый. Есть там где-нибудь? Нет, там. А там дальше вон еще есть зеленый полоски. Где? Там. Саня! Сань! Алена, все сидят сейчас, стоят, пока ты ждут, пока ты поставишь. Понимаешь? Саня! Вот в этом-то интересно, получается. Что мне надо делать? Три раза, то он бывает. Три раза падает, и не бывает. А левая нога к желтой ему. Алена, у тебя нога на белом. А. Ты поставил левую ногу на желтую? А. Егор, отреагируй как-нибудь. Санька, правая рука синий. Саня, извини. Ты меня прижал. Саня, прости. Саня, прости, родной. Санька. Саня уже два. Ален, как ты себя чувствуешь? Отлично! Ваши чувства. Расскажите, как вы сегодня? Спина и нога. Спина и не нога, чувствуется. Да? Чувствуется. Нога. А, Александр, как у нас? Отлично. Лучше некуда, да? Мне кажется, это самое лучшее чувство, которое я только и либо испытывал. Ничего не болит. Вообще, да? Делаю так три раза в день. Егор, а как у тебя настроение? Отлично. Отлично, да? Отлично. Аня, как у тебя все хорошо, да? Отвлеклись. Санька, у тебя левая нога синий. Ой, правая нога синий. Левая рука красный. Аня. О, Сань, вообще левая спасибо. Рука красный. Егор, правая нога синий. Правая нога синий. Алена сейчас. Алена лежит. Сань, ты поставил? Просто. Просто мне не видно, говорите, что это поставили. Левая рука желтый. Аня. А, это Санька. Или кто? Ты сейчас? Сейчас Санька, левая рука желтая. Ален! Я на Сане вообще сижу тут. Ален, ты уже сейчас Саня. Поставили, да? Саня, ты лежишь.
Левая рука, надо не лежать, не лежите в воздухе, стойте только на точечке. Левая рука красная, кто это у нас? По сути, я сейчас. Yes. Я сейчас. Сейчас. Левая рука желтая. Левая рука желтая. Левая рука желтая. А нога у тебя вот это, на чем стоит вот это? А правая нога на зеленом? И левая нога на зеленой на одной и той же, что ли? Нет, левая... Саня, не двигайся! Саня! Правая нога у тебя на желтой должна быть здесь. Давайте. А правая нога желтый? Егор. Правая нога желтый? О, о, о! Как раз вот растяжка началась у тебя. Саня, извини! Саня! Саня! Серёжа, а чё он плохо? Ты шипишь, Саня! Правая рука зелёный, Санька! Если слишком тяжело, говорите и выкатывайтесь кружочком с квадратика, ладно, чтобы не было перебора. Правая рука зелёный, кто это был? Санька, да? Ты сделал? Говорите, потому что пока ты не сказал, мне не видно. Два раза нельзя на одном и том же месте. Так, правая рука желтый. А нет, а нет, а нет. А да, а нет, это правая рука желтый. Опа. А, правая. Да, правая. Раз. А, правая рука красный. Алло. Не лечи себе за злодеяние. Выбирай желтый, красный, красный. Да, выбирай так, чтобы тебе поудобнее положение было, если есть какие-то выбирать. А там невозможно. Можно. Тяни, 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 тяни. Алена, ноги сделай, как у тебя положено должно быть. Я тут рукой дотронулась, а остальное развалилось. Саня, здорово. Как тебе жить? Егор, левая нога зеленый. Зеленый. Кто следующий? Я. Саня. Левая рука красный. Алена, ты классный. Левая рука желтый. Не падай. Алена, терпи, держись в воздухе. У тебя все техника так же. Если есть возможность увильнуть, ты увиливаешь. Левая нога желтый. Вырабатывай, что вот надо, значит надо. И никуда не держи. Правая нога желтый. Правая рука синий. Лос!